Она умеет произвести впечатление. Юная вокалистка Анастасия Голубина совсем недавно вернулась со столичного конкурса. Стоит отметить, что председателем жюри был известный и выдающийся композитор Беларуси Эдуард Ханок. Исполнив англоязычную композицию, Настя не оставила шанса своим соперницам и завоевала гран-при. Я не старалась завоевать гран-при. Я думала, что были участники, которые выступили лучше меня. Очень сильно волновалась. Одно первое и третье, два вторых и гран-при. С такими достижениями юные саженцы вернулись из столицы. Успех коллектива очень простой. Во-первых, опытный руководитель. Во-вторых, талант и трудолюбие. В-третьих, правильный выбор музыкальной композиции. Финальное выступление на конкурсе доверили именно бобручанам. По задумке композитора Вадима Сажина, вокалисты исполнили молитву за Беларусь Эдуарда Ханка и получили признание. Очень приятно, и отдельно, когда мы уже закончили, он отдельно подошел, похвалил и поздравил, так скажем, что хороший у вас коллектив, в общем, так вот отнесся положительно. Образцовая эстрадная студия «Саженцы» прославила наш город на всю Беларусь. Они становились неоднократными победителями различных конкурсов. Впрочем, на этом музыканты не останавливаются. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.